чемпион. Ну ладно, хорошо. Сейчас куда пойдем? На лед. На лед. Покатаемся, потом у нас кроссик. Да? Да. Прогул отрабатывать будем? Да. В прошлое воскресенье не попали на тренировку, в дороге были и так далее. На недельке тут одну пропустили. Угу. Так все. Вот, ну, приятного аппетита. Спасибо тебе тоже. Спасибо. На выдохе. Небольшая пауза. Выезд, все равно у тебя получается в полоборота, должна сюда держать его, корпус на себя. Да, да, да. О! Элементами танца уличек. Давай, давай, давай. Раз, напридумывай красоты, да. Так, с Мирулькой суббота, погода шикарная, просто сентябрь, 23 число, суббота, жара, уже утро, там сколько у нас, 9 часов, а уже где-то градуса 23 точно есть, да. А на солнце прям печет, огонь. Немножко занимается Мира, я занимаюсь, экспериментирую, тут она что-то все пытается, учит что-то какие-то фишечки, да? Сейчас поясничку расслаблять учимся, давай. Да, 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 расслабляй. А нога ведет спокойно. Вот. Хорошо. Ось сохраняем, да? То есть носок колена работает, а поясничка расслабленная, наоборот, здесь. Не надо ее прямо напрягать. Имеется в виду расслабленная в плане в посадке. Не выпячиваем попу здесь. Вот, тогда будет правая нога и макушка по одной оси у нас находиться. И все то же самое ведь на льду делается в прыжках. Так, ладно, включаю музыку тебе, Мир. Сам телефон убираю, пойду дальше заниматься. Я потому что тоже тут плотненько на спорте теперь занимаюсь. Бегаем, прыгаем с Мирульки. Я в зал хожу, бассейн. Вчера хорошо поплавали, да, Мир? Очень. Все, огонь.
Ну и все, завершаем нашу спортивную субботу. Утро, да? Да. Зарядом бодрости и легкой заминочкой бегом. Да, 28-29. Это было 2017 года. О. Приятного аппетита. Кончик как лед? Нормально. Нормально? Программу готов? Да. Навалял сначала? Угу. А потом? Чисто. Потом чисто, ясно. Или грязно? М? Или грязно? Чисто. Что у тебя на обед? Куриная грудка с салатом. Куриная грудка с овощами, я бы даже сказал, а не с салатом. Ну да. Тут-ту-ду-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Куда едем? Остров мечты. Красавица. Остров мечты. Да, сегодня у нас аттракционы по расписанию. Хочешь, Семер, катнуться на карусельке? Ну, слава. И тебе. Ну, катнемся. Конечно, я быстрее забегу. Эскалаторе? Нет, мы так как-то по лестнице стоим. Эскалаторе иди. Нет, нет, нет. Да. Соревновалась. А, то есть тут помимо этого еще и которая... А, вот гонка будущего, гонка будущего, гонка будущего. Я хочу на гонку, я хочу на машину. Здесь ну-ка, Мир, достаешь? 120 в кроссовках. Ну-ка. Ну, пойдет, ладно. Да, только там тебя будут верить, Мир. Пойдем. А вот сюда пойдем. А что тебе пробегало? Так, Мира у нас доросла, уже до аттракционов чуть посерьезнее. А мы с Васенкой ждем. Да, Васен? Да. Вот сейчас пока они там пищать будут. Начинаю? Да! Движуху. Да, там разлетает. Вообще не страшно. Я Вообще не страшно. Чё, Мир? Вообще не страшно. Вообще не страшно. Тогда в дом страха пошлите. А можно тот пойдем? Вот тебе надо было вот здесь снимать. Слышишь, вот здесь можно было угодно. Да нет, так я чисто. Смотри, какой там аттракцион.
с Васенкой там у нас летают. Отпусти и забудь. Сейчас пойдем в замок Снежной Королевы, а потом на обед. Что же кушать будем? Это секрет. Да. Секрет, да, Вер? Или омлет? Или винегрет? Или много лет? Что, как вообще, аттракциончики понравились? Да. Да? Сегодня уже поинтереснее, да? Ищу ее везде, она тут с оленем слилась, блин. Ну что, Дамир, поехала? Сзади тебя, вон, красивое слово. Мама сегодня уже накаталась у нас, видимо. Она уже со всеми девчонками там на аттракционах. Так что я не хожу на сильно крутящиеся. Иначе я потом вообще отсюда не уеду. Кто тут меня пугает? Как настроение? Все, сейчас упакуют их и поедут. В прошлый раз, когда ходили, пришлось отстоять все очереди, да? А сегодня мы решили все-таки потратиться. В два раза дороже у нас билеты получились. Зато мы за час прокатились, блин, больше, чем в прошлый раз за все, да? За весь день тут. По часу стоишь в этих очередях. Сегодня, кстати, не очень много народу. Сегодня, наверное, все в сказку поехали, потому что погода хорошая, а мы не поехали, потому что я знал, что там будет народище. Ну что там, поеду сегодня, нет? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Блин, у меня сейчас голова закружится. Я насмотрелся. Чё, как? Здорово. Понравилось? Да, ей понравилось. А тебе как? Нормально еще вестибулярочка? Все, уже это последнее. А у меня вообще все прям красиво. У тебя все супер, да? Пойдемте в замок Снежной Королевы, сходим. Да. А потом этот, как его, покушаем там же. Тебе идут, кстати, очки тогда. Да. Честно тебе говорю, да, идут. Такая училка. Да, страшно тут с чего стать должно. Ну, это так, чисто. Вряд ли тебе. Васян, в доме страха страшно было тебе? По тебе мир сегодня? Нет? Приятного аппетита. Сегодня немножко накатались. Сейчас покушаю, да? Супчику. С фрикадельками куриного. Вкусно? Мама у нас винегретик. О, Франк, старина, не знал, что ты так любишь читать. Давай, помоги мне тут все убрать. У нас гости. Друзья, нет времени кости греть, хватайте их! Мумий, Жене, скорее! Что
кстати, о преображении. Надо найти противоядие и вернуть этих волчат на нормальный вид. Полечу-ка вперед. Может быть, Джонни что-то послушает. Ну вот и все, да? Да. Немножечко повеселились. Быстренько за часика-полтора пролетели все аттракциончики. Огонь! Доброе утречко. Приятного аппетита. Спасибо. Что у вас сегодня? Яйца пашот. Яйца пашот? Ага. Бутербродик, да, на завтрак? С маслом, сыром. И овощи. Да. Да? Угу. Потом с хлебушком, да, все? Тарелочки подберете, там остаточки, да, желтачек вкусного. Так, что у нас по плану? Лед. Там бассейн. Лед. Ты пойдешь на лед? Угу. Потом? Бассейн. В бассейн пойдем, да. У нас сегодня вот такая вот суббота. Погода так себе, да? Да. Не шепчет. Поэтому пойдем. Вкусно? Да. А тебе? Да. Слава Богу. Ну что, чаёк теперь у нас? Да. Это кто у тебя тут такой? Мышка. Мишка? Мышка! Мышка-нарушка? Ну, ну что хотел кстати рассказать? Мы когда у Солейси, короче, были в деревне, угу. То мы там бегали к курицам. Так. И когда курица там пила, угу. Он так делал. Да. Это тактички все делают. Угу. Поднимает голову. Чтобы затекло в горло. В адичек. Выдул. Что, курица, что ли? Нет. Семь утра, девочки куда-то пошли. Тра-та-та, тра-та-та. Двери откройтесь, нет? Нет, я просто волшебник. Что, Васян, как первые шаги на льду? Нормас? Или не очень? Фонарики раскатай, чтобы тебе почувствовать-то. Так в ножки садись, да, давай. Раз. Да. Раз. 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 Оп. Оп. Хорошо. Катай, катай. Вот. Садись в ножки. Вот, почувствуй ребра. Как дела, Васян? Ты опять на лед смотришь? Смотри вперед. Садись в ножки. Присела, оттолкнулась, выпрямила ножки. Села, выпрямила. Вот здесь села, выпрямила. Села, вышла из них. Пружинкой. Раз.
Нет, это прямые. Здесь надо раз выйти, да. А руки-то что, как коромысло? Павел, красивые же у нас ручки. Ну-ка, покажи красивые ручки. О, это щек на себе. Вот, вот, пальчики, пальчики, пальчики. Как пальчики-то надо делать на хореографии-то? А, раз. Раз. Раз, выпрями спинку, лопаточки сведи, ручки назад, как самолетик. Вот. Раз. Раз. Показывай перекидной, Васян. Рубери скорость немножко. Задом, задом едем. Раз, едем, едем. Давай, давай, набираем, набираем, набираем. Захват на перекидной. Ну-ка. Хоп, заходи. Хопа. Пойдет. Катим на прямой, садимся и прыгаем. Раз. Нет, уже не надо было. Надо сразу добавлять. Потеряли пацана, он больше не наберет, он больше не прилетит, кто его не на... Что тут, Васян, мультики рисуешь? А? Нет, я на бумаге мультики рисую. Чего ты? Я на бумаге мультики рисую. А здесь что рисуешь? Тут сердечко. Попробую. Сердечко? Вот это тренировка. Беззаботная. Куда поехал? Ох, как гоняешь уже, нормал. Хватит пялить, пострадав, упадешь. Давай, давай, только докручивай, докручивай. Еще добавляй, не бойся. Боишься, скованные движения. Ну-ка, 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 ну-ка! Кто тут у нас носится? Да хватит носом вперед носиться. Аккуратней. А то запнешься на зубце и сразу носом вперед полетишь. В ножки, в ножки. Не надо ноги задирать вот так. Спокойно, вот сюда просто заталкивайся и все, да. Что еще научилась тут? Либелу? Не пробовал ласточку? Ну, тихонечко попробуй. Тихонечко на маленькой скорости. Ну-ка. Только на пяточке стоим, на пяточке стоим. Да, на пяточке, не надо на носочек вставать. Так, сейчас получится, все, давай, иди ногу выше задирать можешь. Давай, давай, давай. Вот, еще выше можешь, на пяточке стой, ногу выше, давай, набери скорость немножко. Главное, на зубчик, на носочек не вставай. Давай, набирай, на пяточке стоим и ножку высоко поднимаем. На пяточке обязательно, давай. На пяточке, ногу выше, 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 воу. Ну ладно, для раза в год пойдет.
Полоборота делаешь. Все, сеанс закончен. Корабль отправляется куда? В баню и бассейн. Все, пошли, машина. Ну-ка, кажись. Чисто. Ну что, поплыли? Да? Дышим, да, качаем, улыбаемся и машем. Поехали. Спокойно. Дыши, да, отгрузи. Вот, молодец. Молодец. Так, а ты что будешь делать? Доставать рыбку? Давай. Ну вот и накатались, нагрелись, наплавались, да? Да. Успели подзамерзнуть, да? Потому что такая погода, аж ноль сегодня было утром. И погрелись. Все, успели. Теперь вот обед у нас. Приятного аппетита. Спасибо тебе тоже. Что у вас там? Курочка-гриль? Шашлык, вернее, не гриль. Да. Мангал. Вот, курица мангал. Да. И у нас картошка, да? Угу. Вот. Приятного аппетита. Спасибо. Творческий беспорядок. У кого-то тут... Кто-то тут у нас... Все плетет. Да, Мир? Что плетешь? Браслет. Браслет? Да. Какой? Двойной рыбий хвост. Двойной рыбий хвост. Да. Че себе? Продаешь? Нет. Браслет-то? Нет. Не продаешь? Нет. А ты? Да. Продаешь? Да, продаю. Подторговываешь немножко? Да. Почем? Может, кто-то сказать захочет у тебя? Ну, где-то рублей 20-30. Рублей 20-30, да? Да. Это браслет или кольцо? Браслет. А кольцо почем? 10-20. 10-20, да? Разное. А Мир не продает. Нет, не продаю. Что, твои не продаются? Нет. Только в подарок? Да. Отдаются? Угу. Yes. Ну, принеси, Васен, коллекцию свою, где у тебя? Поглядим, чего ты плела-то там. У меня целое коробище. Что? У меня целое коробище. Целое коробище? Ну, ты сегодня продаешь что-то. Твои не будем, значит, смотреть. Ну, ладно. Так, давай, Васен. Что там у тебя есть? О, сколько всякой всячины у нее тут. По 10, 20, 20, 30. Ну-ка. Это ожерелье. Ожерение? Ожерелье. О-о-о. Чуть какое-то слишком маленькое. Нормальное. Налезет. Налезет. Один... Так, это все еще. Это браслетик с бусинками. Ага. Так. Это тоже ожерелье. Ожерелье, ага.
Это колечко. Ну, давай вот так, в принципе, покажем. В целом понятно, что тут у тебя. А вот Мирины колечки. Да? Нет. У меня вот. Все, что тут. Это что у тебя тут? Носки? Нет, не носки. А что это? Браслеты. Браслеты такие модные, да, у тебя? Ну-ка надень на руку, посмотрю, как они смотрятся. Будем конкурсы проводить, да? Браслет у нас, наверное, сегодня будет 600 тысяч подписчиков. Ага. Это очень круто. Всем за это спасибо огромное, что с нами. Спасибо. Мы благодарны. Не, ну прикольно-ка. Да. Сколько? 15-25? 15-25 чего? Долларов, конечно. Нет. Слишком много. Слишком. Долларов. Ну ладно. Надеюсь, произволку нам поставят, да, скоро? Да. А? Да. Ты будешь стараться? Да. Не будешь короткую валять? Нет. Ладно. У тебя как в школе дела? Хорошо. Точно? Да. Друзья есть? Да. Кто? Многие. Вы когда на день рождения, кстати? 14 октября. Короче, следующую субботу уже, через неделю. Кому? К девочке Саше. К девочке Саше. Или к мальчику Саше? К девочке. Че, Саня, Саня? Нет. Ну, в общем, классно тебе там, да? Да. Со всеми дружишь, да? Да. Или не со всеми? Не со всеми. А? Нет, не со всеми. С кем не дружишь? С мальчиком. Ну, больше с мальчиками я дружу. Дружишь, да? Нет, дружу. Все ясно. Ну, ладно. Что ж, ожидаем 600 тысяч. Это, на самом деле, очень много. Это огромная... огромная поддержка, хотел сказать, огромная армия у тебя за спиной, армия твоих болельщиков, которые тебя поддерживают, в основном желают тебе успехов в спорте, чтобы ты все-таки преодолевал эти барьеры все свои в голове в основном, потому что все у тебя есть, нужно просто их перебороть. Ну, а тебе хорошо учиться, танцевать, рисовать. Да? Угу. Все будет хорошо. Да? Да. Всем спасибо. Да. За поддержку. Да? Да. Фанатам своим любимым что-нибудь скажешь? Всем большое спасибо за поддержку. Я буду еще больше стараться. Всем большое спасибо. А еще у мамы нашей есть фрипсы разные. Заходите по ссылочке в описании. Очень вкусно и полезно. Да? Угу. Спортсменам и не только.